Всем привет, с вами команда Car Today. И сегодня у нас с вами на обзоре новинка от компании Fox. Очки под брендом Chunk, модель Avius. Итак, эти очки поставляются вот в такой, хоть и простой картонной коробке, но очень стильной. Если вдруг захотите кому-то сделать подарок, наверное, можно просто прилепить бантик и уже дарить. Итак, давайте посмотрим, что внутри. Так, внутри у нас сразу вот такой вот черный, очень твердый чехол для того, чтобы ваши очки остались целыми, если вдруг на них сядете или в рюкзаке, когда перевозите. Здесь вот сделан такой красивый принт Fox Chunk. Вот есть обычная молния. Вот так они открываются. Внутренности сделаны из очень такого мягкого флиса. В комплекте идет специальная тряпочка для протирки линз, которая не будет царапать их, когда вы будете протирать. Ну и сами очки. Ну что ж, как мы видим, это очки очень стильные. Вы их можете использовать не только на рыбалках, а также носить их по городу или даже на пляже. Ну а теперь давайте поговорим о технических характеристиках. Итак, первое. Здесь линзы поляризованные. Чем это хорошо? Когда мы находимся на рыбалках и когда светит яркое солнце и на воде мелкая рябь, то свет, который отражается от этой мелкой ряби, очень сильно слепит глаза. А поляризованные линзы позволяют убирать весь этот яркий свет, и вы можете смотреть на воду, не щурясь, и глаза у вас не будут уставать. Ну и кроме того, можно смотреть, как говорят, сквозь воду. Если вдруг где-то проплывает карп или рыбы, вы с помощью этих очков сможете посмотреть в толщу воды и заметить проплывание рыбы. Второй момент. Эти линзы защищены от мелких царапин. Если вы, к примеру, кладете очки на стол, кладете их там на раскладушку, еще куда-то, то мелкие царапины на них оставаться не будут. Конечно, от грубых повреждений защиты нету, поэтому используйте их аккуратно. Также в этих линзах есть защита от ультрафиолета UV-400 единиц. Это позволит сохранить вам ваши глаза. Когда вы целый день смотрите на воду, вы начинаете щуриться, глаза к вечеру начинают уставать и болеть, а с помощью такой защиты такого происходить не будет. Ну а теперь несколько фишек для карпятников. У этих очков есть вот такие специальные резиновые вставочки на носу и две резиновые вставочки по бокам. Вы когда будете делать силовой заброс, эти очки будут сидеть у вас плотно. То есть вы когда тряханете головой, они у вас вперед не улетят. Ну а если представить, что ваши очки вдруг сдуло ветром и они попали в воду, то за эти очки вы можете не волноваться, они плавающие. Это спасибо Fox, что позаботилась о нас, о рыбаках. Оправа у этой модели выполнена в сером цвете. Здесь также серые линзы. Есть еще одна модель, где линзы коричневые, сама оправа коричневая. Поэтому выбирайте те цвета, которые вам нравятся, и вперед на водоем. Если у вас остались вопросы после данного видео, оставляйте свои комментарии внизу, задавайте нам вопросы, мы на них постараемся на все ответить. Также ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите на портал Car Today. Всем привет!